С начала года региональной службой занятости в нашей области трудоустроено 2347 человек. Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 123 жителя региона. Всего в настоящее время работодатели Верхневолжья предлагают жителям региона 21 тысячу вакансий. Наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств, инженеры, слесари, сборщики изделий из древесины, швеи и другие. Заявлено около 5500 таких мест. Кроме того, отмечается значительный спрос на специальности в образовании, здравоохранении, сельском и лесном хозяйстве, транспортной отрасли. Также востребованными остаются автомеханики, кладовщики, продавцы, упаковщики, операторы заправочных станций. В данный момент на рынке предложено около 1500 таких вакансий.